Джорджо да Кастельфранко, известный как Джорджоне, представил более мягкий и натуралистический стиль, который вдохновил Тициана и других мастеров. Мало что известно о его короткой жизни, поскольку он умер в возрасте около 33 лет в Венецианской чумной больнице в 1510 году. Хотя Джорджоне приписывает около 40 работ, считается, что лишь немногие из них написаны его рукой. Картина «Портрет юноши» создана итальянским художником приблизительно в середине первого десятилетия. Для Джорджоне характерно, что его интересует в образе человека не столько неповторимая сила и яркость индивидуально выраженного характера, сколько именно некий, утонченно сложный и вместе с тем гармонически целостный идеал совершенного человека, или точнее, идеал того духовного состояния, в котором пребывает человек. Поэтому в композициях художника почти отсутствует та портретная конкретность характера, которая наличествует в монументальных работах большинства мастеров итальянского возрождения. Более того, и сами композиции Джорджоне можно назвать лишь в известной мере монументальными. Как правило, они невелики по размерам, они не обращены большим людским толком. Утонченная муза Джорджоне – это искусство, наиболее непосредственно выражающее эстетический и нравственный мир гуманистической верхушки венецианского общества. Эта картина, рассчитанная на длительное спокойное созерцание ценителем искусства с тонким и сложно развитым внутренним духовным миром. В этом специфическое обаяние художника, но также и его определенная ограниченность. Придавая теплоту и свежесть звучанию главных цветовых пятен, он сочетал их с множеством красочных нюансов, взаимосвязанных с градациями освещения и тяготеющих к тональному единству. Общая направленность творчества Джорджоне определила интимно-лирическую окраску выполненных им портретов. Творческая концепция художника своеобразно переломила натурфилософские концепции времени, оказала преобразующее воздействие на живопись венецианской школы, в том числе на работы Себастьяно дель Пьомбо, Пальмы старшего и других, получило развитие у его ученика Тициана.